Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами разговариваем о винном прессе. Мы поговорим о том, нужен либо не нужен, какие бывают конструкции, какие бывают нюансы. Ну и расскажу, как мы сделали свой пресс, а делали мы его своими руками. Первый случай, когда нам необходим винный пресс, это когда мы делаем вино по белому способу. Видео по способам приготовления вина посмотрите под видео, нажав кнопку «Еще». Значит, белый способ. Второе, когда у нас есть определенный объем вина, ну это не 10 литров, грубо говоря, и при этом мы не собираемся как-то в дальнейшем использовать мезгу, мы понимаем, что если мы ее плохо отжимаем, то у нас остается достаточно много хорошего материала, который мы, грубо говоря, выкидываем, выкидывать жалко, поэтому нам нужен винный пресс. Ну и переходим к самой конструкции. Значит, бытовые прессы выглядят приблизительно вот так, но бывают две принципиально разные конструкции, винтовая и гидравлическая. Почему мы остановились именно на такой конструкции, я в процессе расскажу. Также хочу отметить, что пресс мы делали, достаточно долгое время, много было всяких различных модернизаций, мы пробовали одну конструкцию, потом вторую, и небольшая модернизация будет еще, но об этом расскажу чуть позже. В чем минусы? Сразу переходим. Винтовых прессов, для того, чтобы поршень, опустился, это одно, но чтобы он что-то отжал, хорошо отжал, надо приложить достаточно хорошие усилия. Для того, чтобы приложить достаточно хорошие усилия, надо достаточно сильные руки. Поскольку виноделием в нашей семье занимаюсь я, то мои руки не предназначены они для того, чтобы сильно отжать. Более того, первая конструкция, которую мы попробовали, она была все-таки винтовая, и даже муж мой не смог отжать то, что у нас было, так, как бы хотелось. Повторю, что в первую очередь пресс очень хорош для приготовление белого сусла. И мало того, по-хорошему, чтобы получить именно первоклассное белое сусло, в корзину закладываются ягоды с грибнями. Они начинают давиться. И вот эти вот гребни, вот это все, оно действует еще и как сито. И тогда получается первоклассное сусло, которое очень хорошо осветляется. Да, можно перед этим дробить и потом прессовать, но это уже немножко не то. То есть самое классное сусло, это когда туда закладываются целые ягоды с грибнями. А для того, чтобы с них получить нормально сока, надо приложить хорошие усилия. И для того, чтобы приложить хорошие усилия, то в этом случае гидравлический пресс на самом деле один из лучших. И даже в промышленности считается, что для первоклассных белых сусел именно вот такая конструкция, понятно, что не в таком объеме, она самая лучшая. Ну еще, если, например, вы решили сделать пресс сами и делаете под винт, то имейте в виду, что должна быть очень хорошая вот эта вот станина, потому что когда вы крутите, должен быть какой-то такой нормальный упор, либо внизу делать упор, может быть, для ног, чтобы можно было хорошо это все зажать. Иначе вся эта конструкция будет, если она будет легкая, она будет крутиться. То же самое, в принципе, при выборе. Если вы смотрите в магазине винтовой пресс, и он такой очень легенький, то нормально вы на нем не отожмете. Значит, что у нас есть? У нас есть металлический каркас, на котором все это стоит, на котором закреплен цилиндр, на котором закреплен поршень, на котором закреплен насос. Повторюсь, у нас пресс собран при помощи насоса и цилиндра. Здесь все это откидывается вот таким образом. Корзина тоже бывает разных конструкций. Если вы покупаете готовый пресс, иногда это такая металлическая сетка с мелкими отверстиями, но дело в том, что в некоторых случаях вот эти мелкие отверстия, особенно если вы делаете по белому, они могут очень сильно забиваться ягодой и может быть не совсем удобно все это использовать. Просто предупреждаю, чтобы вы понимали при покупке. Либо вот такая вот дубовая корзина, то есть это дубовые досочки. Здесь обручи, это нержавейка, пищевая нержавейка, и точно так же болтики, это тоже пищевая нержавейка. Я сразу говорила, что будем немножко модернизировать в том плане, что большеватые отверстия.
между досочками, будем их немножко уменьшать. Дальше что у нас? Достаем. Значит, для чего собрана вот эта вот штука? Вот эта вот штука на самом деле собрана потому, что, смотрите, поршень у нас тоже сделан из пищевой нержавейки. Но когда мы его приваривали к цилиндру, здесь уже пошла не аргонная сварка, а нержавейка варится аргоном. Все вот эти вот швы для пищевки здесь варили электродами к черному металлу, поэтому, ну, где-то тут и краской мазнуло. Нехорошо, чтобы был контакт. Именно поэтому сделана вот эта штучка, которая предотвращает этот контакт. Если мы будем давить медленно, не спешить, то сок у нас не будет подниматься, он будет правильно стекать, и таким образом контакта не будет. То есть вот это предотвращает этот контакт. Здесь вот эта ванночка с сливом, это тоже пищевая нержавейка. Вот здесь как раз таки сварка аргоном, все как положено. Для контакта с пищевыми жидкостями. И вот еще одна решеточка. Ну, понятно, сейчас пресс немножко в каких-то пыльках, потому что не использовался, еще не мылся перед использованием. Тоже вот здесь сделаны специально промежутки для того, чтобы смотрите, когда наша корзиночка станет, у нас сок будет стекать не только через вот эти вот боковые промежутки, но и через вот эти нижние промежуточки. Именно поэтому сделана вот эта штука. Значит, дальше мы все вот это закрываем. И здесь у меня тоже есть штучка, которая фиксирует всю эту конструкцию. При изготовлении этой конструкции мы опирались на цилиндр, поскольку в этом цилиндре максимальное выдвижение штока на 14 сантиметров. Почему не использовали домкрат? Дело в том, что гидравлический домкрат не работает нормально, если его поставить вниз головой. Там надо что-то мудрить, либо думать как-то снизу. То есть, ну, пошли по более простому пути и подобрали самый длинный поршень из тех, что был на тот момент доступен к покупке. Все вот эти высоты и остальная конструкция. Кроме того, если бы мы использовали домкрат, то нам надо было бы придумать, как возвращать поршень в свое первоначальное положение. Надо было бы придумывать либо пружину какую-то, либо еще что-то. Гидравлический насос в этом плане гораздо проще. Наш насос на 10 тонн. И смотрите, как система работает. При помощи очень простых усилий. Я, конечно, покажу потом в действии конкретно уже с виноградом, как все это работает. Ну, видите, при помощи простых усилий поршень опускается, а потом я вот здесь откручиваю. И мой поршень ушел вверх. Просто, быстро и удобно. Напомню, что вот это расстояние мы еще немного уменьшим. В принципе, можно использовать, вот прошлый сезон мы использовали в таком варианте. Если надо, чтобы сусло выходило максимально чистое, то можно положить какой-то мешочек внутрь с плотной ткани и через него отпрессовывать. Он будет работать как фильтр. Такой вариант тоже приемлем. Значит, здесь вот эта вот вся система была сделана из швеллера, здесь только внизу уже на ножках уголок, и уголок на столике. Все снимается, вот эта штука съемная, корзина, как вы видели, съемная. Значит, здесь, ну, как вы видели, вот эта вся конструкция верхняя, она откидывается, потом закрывается вот этими штырями для того, чтобы поршень, когда опускался, усилие все это сохранялось, давление сохранялось. Значит, основные затраты на эту конструкцию — это покупка поршня и цилиндра. Это нам обошлось приблизительно в $120. Металл вот этот вот, швеллера, обрезочки у нас были, дубовые досочки у нас были. Покупали мы болтики нержавеющие, обручи сделали на заказ. Ну, емкость вот эту вот тоже сварили нам
на знакомом производстве. Полноценную работу этого пресса я вам покажу позже, когда созреет урожай, когда мы уже приступим к процессу виноделия. Все это обязательно будет. Ну а пока я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!